Часто мы слышим, гастрит есть у всех. Любые боли в желудке, чувство дискомфорта и вздутия считаем само собой разумеющимися. Гасим неприятные симптомы содой или таблеткой, которая когда-то помогла. Пока не прижмет настолько сильно, что обстоятельства вынудят записаться к врачу и на исследование желудка. Существуют принципиально разные подходы к лечению. И двум людям с абсолютно одинаковыми проявлениями дискомфорта или боли в желудке помогают совершенно разные препараты, назначить которые, как и сам тип и вид исследования, может только врач-гастроэнтеролог. Если вот мы с вами сейчас употребим какую-то горячую пищу или что-то съедим острое, или съедим что-то незнакомое для нашего желудка, и после этого мы проведем с вами эндоскопическое обследование, любой морфолог, эндоскопист увидит у вас гастрит. Но это не значит, что у вас есть гастрит, называемая химическая реакция на пищу. Поэтому сказать, что мы все болеем гастритами, это, конечно, не совсем правильно. Можно провести даже эндоскопическое обследование и не увидеть никаких изменений слизистой, но если взять морфологию, если взять гистологически, посмотреть более глубокие слои слизистой, то там можно увидеть тоже достаточно серьезные изменения и уже иметь более высокую степень гастрита, чем видеть визуально эндоскопически. Поэтому гастрит исследовать надо.